Творческий коллектив Ирины Михайлюк сложно назвать артистами-любителями. Несмотря на то, что участники ее театра мод «Золотая пчелка» – дети с ограниченными возможностями, на сцене они раскрываются словно умелые актеры. Ирина вместе со своими подопечными, учениками школы-интерната номер 115, обладатели многих наград, в том числе и международного уровня. На открытии фестиваля «Созвездие» артисты «Золотой пчелки» приготовили для зрителей показ мод в восточном стиле. Юные актеры в творческом конкурсе участвуют уже в четвертый раз. Дети через творчество, они сами шьют костюмы. Я учитель швейного дела. Мы сами моделируем там костюмы и создаем коллекцию. Потом эти костюмы они предоставляют на сцене. Это им очень нравится, это способствует их социализации, и я надеюсь, дальнейший выбор профессии будет именно швейное дело для этих будущих модельеров-закройщиков. Фестиваль особых театров, как ласково называют его организаторы, продлится 2 дня. В нем примут участие 15 коллективов, которые созданы и действуют на базе общественных организаций, коррекционных школ, реабилитационных центров, а также библиотек. В 2015 году мы поняли, что где-то разрозненно работают любительские коллективы, что они есть. Их мало, но они есть. И мы решили их собрать. Мы решили сделать наш фестиваль площадкой для культурного обмена, площадкой, где они могли делиться опытом, знаниями. И у нас получилось. И вот уже 7 лет на сцену выходят наши театральные коллективы. Каждый участник парафестиваля на сцену выходит с театрализованной постановкой. Это юмористические миниатюры, танцевальные и вокальные номера. Качество подготовки, актерскую игру и вокал оценивают профессиональные жюри, актеры самарских театров, работники общественных организаций, а также представители областного училища культуры и Академии культуры. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.